В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧАЭС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения, по разным оценкам, присутствуют от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧАЭС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Слушаю тебя.
Ну, привет. Тут это, у султана, короче, разговорки есть. Здравствуй. Ну, удачи тебе. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да?» Тот очочки поправил, и ему так осторожно: «А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен?» А сталкер: «Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули, а сейчас вдруг плавать начали». Класс! Ну как, узнал что-нибудь о сороке? Да где не спрашивал, все до задницы. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Только не сейчас. Слушаю. Да, прощай. Ну что? Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол горячего. А вот такое. Привет. Вам как? Привет, брат. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Опа, нарисовался.
Живы будем. Пересечемся. Ну, здорово. Кончай уже. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовский всегда на месте. Один сталкер, да, не приплю. Профессор Ульдой. Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Очочки поправил, и ему так осторожно. Чего вы решили, что аппарат заменю? А сталкер, я когда раньше таблетки тоже выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавать начал. Класс! Мы их. Тихо, пацаны. Не ссы. Мы же это. Мы ж бригада, ёпт. Не расходиться! Ждем! Выручайте! Всем спасибо, все свободны! Ну что, подождем еще для гарантии! Помогите! Пожрать бы чего хорошего. Так, мужик, нечего добру пропадать. Там у тебя... Мыслю. Выручайте! Кто-нибудь! Извиняй, конечно. Завалили, уродов! Тебе оно за все уже без спасибо. Пользы. Так, мужик. Так, балабонь быстрее, что надо? Ну, здорово. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну, чтоб руки не дрожали. Это чтоб работа спорилась.
Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Еще чутка времени куплю себе полыну реальную, конкретную. А там уже только так свою бригаду скачу. Угром заделаюсь и сам командовать. Здравствуй, сталкер. Вот природа, ёп. Шмотки, походу, обсохнуть не успевают. Ноги постоянно мокрые. Внимание, анекдот. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Здорово. Ну, чтоб руки не дрожали. Это чтоб работа спорилась. Не, ну ты чисто комик, ну ты вообще. Не, ну твою мать, не, ну нельзя же столько ничего не топтать. Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Ну, здорово. Как... Осторожно. Почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер, так это, я когда раньше... Там найдешь артефакты? Ну типа привет!
Какого я сюда полез? Скачковал бы себе по старому районе, и все. Не попадайся им на глаза! Короче, артефактов малёха есть, таких еще притаранить можно. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у Долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ага, ну теперь все ясно. Валим их! Мужик, ты оружие-то спрячь.
Как говорится, добро... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Здравствуй. Попутного ветра. Чеши, чеши! Еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. Стоять на месте! Ствол убрал! И не дергайся, понял? Вот так и стой! Не шевелись, козел, если в загон не хочешь! Ах ты ж козел! Чеши!
Не боись! Давай-давай, вперед! Вот видишь? Я ж говорил, комбинезон выдержит. Двигай дальше. Сталкер, помоги! Как говорится... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну что, есть что-то новое? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Здравствуй, сталкер. Вот так вот.
Пошли вон! Долбаные! Следи, как я иду, а потом сам двигай. Так, данные с бортового. Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно. Так, кончаем, урода!
Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Засек логово. Давай скорее сюда.
Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Звук слышал? Ладно, ерунда. Что-то есть. Прикрой меня, ага. Осторожно, еще один! Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. В прошлых жмуриках такого не было. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шуму и пыли. Thank you.
Надо же, прошли. Ну нифига себе тихий час. Вроде выход. Прыгай! Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Yeah.
Ну, здорово. Будет чего здравствуй, привет. Заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. А колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Вот дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Эх, не тот уже хабар пошел, блядь, не тот. Неужто завязывать пора? Привет, брат! Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай! Давай, давай, не задерживайся. Ну? Чтоб руки не дрожали. Это чтоб работа спорилась.
Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. Ah!